Всем привет! Шестая глава Виверны. В это время у подножья каменного когтя. Так, у нас тут появятся виверны. И нам надо будет где-то в горах уничтожить хуманов. Союзника, по-моему, не будет на этой карте. Надо будет действовать одному. Чем-то похоже на предыдущую, третью главу, которая была. Только там был союзник, а здесь дают нам виверн, шамана. Вождь, мы провели разведку, как ты приказал. Людишки понастроили своих укреплений повсюду до самой вершины. Что они замышляют? Если они хотят сражаться, то почему не напали раньше? О, а нет, может быть, я не прав. А у нас Керн будет, что ли? Иншалопаран, юный вождь. Иншалопаран. Керн, ты-то что здесь делаешь? Да, что ты тут делаешь? Мы в долгу перед вами, и оплатить этот долг можно лишь кровью. Мы пришли помочь вам добраться до Оракула. Похоже, главное препятствие — эти розовокожие твари с железными шкурами. Эти розовокожие твари называют себя людьми. Они наши враги. Кажется, они не хотят пускать нас на вершину. Мудрость Оракула принадлежит всем. Может, нам помогут виверны? Они живут здесь неподалеку и не любят незваных гостей, тем паче врагов. Окей. Я вождь. Да нужно. Духи не знают. Чего желаете? Ты меня чем могу служить? Так, три на... Нет, два. Два на золото. Чё надо, хозяин? Делаем апгрейдики, апгрейдики, апгрейдики. Реген. Все, можно выдвигаться. Так, здесь у нас ничего нету. Наконец, Торрен. Конечно, нормальная аура. Берем землетрясение, поможет уничтожать здание постоянно. Я слышал зов. А, дополнительное задание. Восстановить это, этот источник. Это место было осквернено. Чувствую, духи ушли отсюда. Исследование завершено. Займемся этим. Я слышал зов. Я вождь. Вам нужна моя помощь. Надо кентавров перебить и... Я слышал зов. Восстановить источник. Опа. Виверны, пленницы гарпий. Берегись, старый дурень. Каменный коготь наш. Никто не уйдет отсюда живым. Ни люди, ни эти скоты. В атаку, сестры! Ну, хотя я не прав, я их не убью, наверное. Чем мне их убивать? Чего? Чисто герой мой. Солнцем будет отмечен. У меня сетки нет. Куда пойдем? Так и сделаю. Спасите, блин. Чего желаете? Займемся этим. Табу. Чего? Духи не знают усталости. Час пробил. Жин будет отмечен. Ой. Достиг гос. Нами мать земля. Только скажи. У нас тут двойная атака. Займемся этим. Амулет маны давайте. Ну что? Не хватает маны. У меня сейчас столько маны будет. Октаругар. За честь. Давайте Таурену дадим вот это. Духи не знают усталость. Все-таки один дошел. Куда пойдем? Так, что не хватает? Алтарь бури. Чего хочешь? Алтарь бури. Надо логово купить, второе логово. И давай сразу третье. С удовольствием. Здесь продолжаем апгрейдить. Здесь апгрейдить нечего, будем покупать. Духи не знают усталости. Да. Так, ну что, мы освободили их или нет? Дабу. Надо подойти, значит, к ним.
А, это еще не все, да? То есть они дальше где-то будут? Табу. Я не понял, а где виверны реально? За честь. Дальше, что ли? Да. Блин, плохо, что здоровья нет. Может. Я вот. Я оставлю его. Зул'джин будет отмщен. Не знают усталости. Займемся этим. Знахаря вызывали? Что нужно? С нами мать. Не знают усталости. Карна, 1200 здоровья. Это вообще круто. Духи не знают усталости. Так, что Карна можно купить? Займемся этим. Купим свиток. Табу! Зул'джин. Час пробил! А, минотавров можно делать. Ну это супер комбо будет, конечно. Минотавры. Минотавры плюс Bloodlust, плюс хилинг. Это нереально убить. Кадоя надо еще купить. Зул'джин будет отмщен. Да. Я слышал убить. Плюс у него сейчас аура двойная, она больше дает. Она, по-моему, 4% дает повреждений. Ноют старые кости. Духи не знают усталости. Куда пойдем? Нас атакуют. Чего? Так, придется все, возвращаться сейчас. Дело сделано. О, мы можем так их отвлечь. Так, минотавра надо оставить здесь. Сразу хилю всех и пошли. Духи не знают усталости. Без умрет. Я вот. Духи не знают усталости. Куда пойдем? Ну что? Да. Вам нужна моя помощь. Апгрейд делаем. Духи не знают усталости. Bloodlust нужен. Так, мы так и не дошли до туда. Нам все время не дают. Я слышал зов. Правильное решение. Немедленно. Я вождь. За честь. Да. Дело сделано. За честь. Да. Ой-ой-ой, сколько их. Дело сделано. Табу. Кого убить? Слотнаругар! Да. Я вождь. Займемся этим. Духи не знают. Золота много заработали зато. Чем могу служить? Только скажи. Слотнаругар! Кадой. Ну, я древесина. Табу. Талисман здоровья. Сейчас 1500 будет. Давайте ауру покажем. Лотаругар. Час пробил. Электричество. Займемся этим. Зул'джин будет отмщен. Да. Блин, а сколько тут идти до них? Блин, я думаю, что я не готов просто. Чего желаете? Мне не хватает войск. Чем мы сделаем все апгрейды потом. Ветра, земли и огня. Я думаю, мне надо еще купить. Зул'джин будет отмщен. Обитель духов постоянно. Что прикажете? Долго очень производит. Чем могу помочь? А как эти хуманы проходят здесь, если тут вон непонятно, как они проходят? Здесь везде, блин, в войска. Займемся этим. Что? Что? Надвигается буря. Лотаругар. Ну, он толстый, можно его подставлять. Блин, благодаря этой ауре, какая у них атака быстрая стала. Вы видите, да? Ждем апгрейда хила. Взываю к силе ветра, земли и огня. Дабу. Так, у нас тут есть гоблины. Лотаругар. Обсерватория, а мастерская гоблина. Духи не знают усталости. Здесь надо базу ставить. Чё надо, хозяин? Да. Лотаругар. Да. Приказ. Дело сделано. Я вождь. Лотаругар. Чем могу помочь? Правильно. Поставим, проверим, что здесь.
Я слышал зов. Займемся этим. Да. Вам нужна моя помощь? Говори, Боже. Ну что? Духи не чего желаете? Тягается буря. Не хватает. Займемся этим. С нами у нас живут карны из перерождения, так что можно не париться. Что-то они как-то бегают странно. Прибегают, убегают. Да, ну что, отлично! А племя! Немедленно мною сражение завершено! С радостью! Лотаруга! Давайте отойдем лучше. Я больше потеряющийся. О, хилинг есть. Лотаругар! Чем могу помочь? Ну что? Теперь лучше. Да. Я вождь. Что нужно? Приступай. Куда пойдем? Так, и сделаем. Ну что? Проблема! С нами дорога земля. На наш город напали. Да. Как там могу помочь? Я вождь. Нас атакуют. Дорога. Даем право. Приказываю. Надо минотавров еще сделать. Чего хочешь? Я вождь. А этот что умер, который дошел до туда? Рабочий мой. А что это у нас? А, знак очищения. Займемся. Все, сейчас хил будет. Что прикажешь? Хотя он особо не нужен. Так, это дополнительное задание. Нужна древесина. Знахаря вызывали. Чем могу служить? Духи не знают усталости. Да. Лотаругар. Так, пора делать вторую базу, хоть она не нужна нам по деньгам. Духи на будущее. Чем могу помочь? Все готово. Да. Ну, все у нас здоровы, так что. И так все окей. Я так понимаю, что мы как бы... А, внизу база, да, и потом виверны должны быть. Окей. Можно идти, на самом деле. Что нам еще не хватает? Ну, может, Таурена одного там, все дела. Нужна древесина. Ну а так-то у нас все есть. Здесь делаю четверых. Приказываю. Пойдем атаковать. У нас мана полная. Карн умер. Я вождь. Ладно, потом я туда зайду. Хочется быстрее пройти. Потому что уровень небольшой. Ничего сложного. Виверны просто нужны там. Хотя и без них можно проходить. Хотя нет, это наверное... А, виверны как дополнительная, так что. Займемся. Окей, этим. Говорю. Так не особо это нужно. Я вот. Приказываю. Я слышал, нужна моя помощь. Чего желаете? Ладно. Чем могу служить? Грифонов убили. Ну, наш город напал. Грифоны напал. Займемся этим. Чем могу помочь? Че, отступать что ли? Или может они улетят потом? Понял. Не хватаем маны. Гисну Тора! Приказываю. Достиг гол. Табу! Да. Что прикажете? Я вождь. Нажимаю славы. Ты меня пугаешь? Че надо, хозяин? Не надо, надо возвращаться. Приказываю. Никто не уйдет. Добьем эту и побежали. Не очень вовремя я напал. Нас атакуют. Все уничтожить сейчас. Угу. Ты меня пугаешь? Займемся. Как-то они быстро что уничтожили надо, все хозяин? Бараки. Да-да. Здесь нельзя строить. Чего хочешь? Да-да. Я вождь. Чем могу помочь? Духи не знают усталости. Чего? Приказывай. Нужно золото. Нужно золото. Займемся этим. Да. Я слышал зов. Я вождь. Духи не знают усталости. Вам нужна моя помощь? Чем могу помочь? Да. Я слышал зов.
Чем могу служить? Куда пойдем? Я слышал зов. Блин, они сильные. Я сделаю. Пойдем в Вернов, короче. Быстренько освободим. Духи не знают усталости. Взываю к силам ветра, земли и огня. Я вождь. Угу. Нужно дело золото. Дело сделано. Да. Займемся этим. Да, вождь. Дадут один поворот, и все, мы как бы сейчас быстренько. Я приказываю. Духи не знают усталости. Вот. Дело сделано. Займемся этим. Чем могу служить? Лохтаругар. Вам нужна моя помощь? Кого убить? Чем могу помочь? Что-то они шаманов предпочитают сбивать. Я вождь. Сейчас мана будет, я поставлю хилку. Духи не знают усталости. Чем могу помочь? Я вождь. Лохтаругар! Да. Я вождь. Хилку ставлю. Духи не знают усталости. Я вождь. Подлечимся. Так, одного сюда, да, и сюда еще одного. И здесь надо ставить побольше наших охотников за головами. Давайте Таурена сделаю еще, да. Духи не знают, чем могу помочь. Все, быстренько убиваем и уходим отсюда. Духи не знают усталости. Настимка. Займемся этим. Хватает маны. Дело сделано. Табу. Чем могу помочь? Духи не знают усталости. Куда пойдем? Все. Освободили. Шествие верно сразу. Эти гордые создания помогут нам добраться до вершины. Я, может, даже вместо троллей сейчас возьму. У меня же 6 метров. О, ровно 6 у меня и было. Лохтаругар. Сейчас только добил вот это все дело. Проверим, что здесь есть еще интересно. Быстренько обратно. Займемся этим. Будет отмечать. Сделано. Все, ничего нету. Возвращаемся. Что прикажете? Так и сделаю. Чем могу помочь? Охранят меня мои предки. Что нужно? Таурэнчик. О, нападает. Я вроде успеваю. Зул-джин будет отмщен. Может, время потянуть? Как-нибудь вот так. Убиваем этих. Куда пойдем? Блин, я верно потерял, тут на ровном месте. У них здоровья мало. Что прикажете? Так и сделаю. Чем могу помочь? Займемся этим. Мудрые слова. Можно этих куржить. Чего желаю? Куда пойдем? Все, пора. Пора нападать. Хантеры сюда посидут. Че надо, хозяин? Так, здесь надо еще древесину сделать. Древесины не хватает. У них как раз сейчас ничего нету, они все потеряли. Так что это будет очень легко. Чем могу помочь? Нас атакуют. Достигну. Займемся этим. Да. Духи не знают усталости. Никто не уйдет. Час пробил. Они отстроили вроде барак. Здесь не было, я один разрушил. Нас атакуют. Чем могу служить? Займемся этим. Да, вождь. Так, у меня ж не все апгрейды вроде как. Да. Нас атакуют. Духи не знают усталости. Да. И одного убили? Не, никого не убили. Займемся этим. Чем могу помочь? Угар. Дело сделано. Духи не знают усталости. Да, вождь. Правильные. Лохтар угар. Табу. Духи не знают, Ардан усталости. Победит.
Все, пусть герой это уничтожает. Немедленно. Приказ. Я вождь. За честь. Во славу Орды. Так, а что это они вверх побежали? У них заглючило, что ли? Ну, ладно, они, наверное, сейчас уничтожат. Кого у меня здесь все делает. Все, что пожелаете. Чего? Что прикажете? Куда пойдем? Ладно. Маунтин Кинг здесь. Я добиваю быстренько. Чего? Чего хочешь? Давайте так, убежим отсюда нафиг. Убежим здесь, сделаем базу. Что прикажете? А, так они идут на эту базу, они туда. Займемся этим. Ладно, здесь уже ничего не сделает, все сдохли. Быстро надо бежать сюда на базу. Так, апгрейды верном. Сюда, давайте перемонтируем. Чего? Ой. Все, что пожелаете. Ой. Отходим. Так и сделаю. Тянем время. Все, короче, что пожелаете. Духи не знают усталости. Приказывай. Лохтаруга. Никто не уйдет. Надо будет дирижабли купить и все, и атаковать их. Да. Нужно золото. Ухи не знают. Чем могу помочь? Где Кэрн? Чем бы ты мог? Чего желаете? Раку не надо. Вам нужна моя помощь. Я бога. Табу. Я враги. Смелее моемся этим. Да. Все, у нас один дирижабль остался. Исследование завершено. Так, едем. Еще дирижабль отсюда возьму. Надо где-то высадиться в хорошем месте. Вот внизу, по-моему, есть безопасное место. Духи, исследование завершено. За честь. Нужно золото. Приказы не знают усталости. Мне кажется, здесь хорошее место. А где еще один? Ага. Ты меня пугаешь? Я вождь. С нами мать земля. Я вождь. Достинго. А, патрулируют они тут. Встречу ветру! Чего? Лохтаругар! Я слышал шум дому! Чего желаете? Да. Полный вперед! Как у небе? Мою старую гостью! Чем могу помочь? Займемся этим! Не сомневаюсь! Ты меня пугаешь? Ну и все. Я вождь. Ничего не будешь делать. Радость. Приказывай. Правильно. Чем могу помочь? Кого убить? Займемся этим. Ой-ой-ой. Духи не знают усталости. Маунтин Кинг появился. Лохтаругар! Прикажи. Кого убить? Ходи. Ладно. Духи не знают усталости. Несомненно. Займемся этим. Песня Лотора! Достинго. Духи не чем знают могу помочь? Усталости. Я вождь. Что нужно? Незоны. Чего? Прольется кровь. Мудрые слова. Немедленно. Займемся этим. Лохтаругар. Ну, короче, все ясно. Чего хочешь? Да? Давайте восстановимся для приличия. Угу.
Пауки не знают усталости. Эх. Чем могу помочь? Чё ж вы, блин, не защищаете? Займёмся этим. Постоянно надо контролить. Думал так Зачем? Справиться. Да, нет, уже. Да. Надвигается буря. В атаку! Я враги! Я вождь! Да! Да, вождь! Так, нужна моя пришел зов! Зачем? Во славу орденцы! Чем могу служить? Жду приказа! Блин, даже не все апгрейдовать еще. Пауки не знаю. Это так Джимбро купили. Здесь, по-моему, главное здание еще. Удар молнии! Займемся этим. Духи не знают усталости. Я вот. А кто-то у нас внизу остался еще. Я даже их взял, прикольно. Ну что? Давай, чужое здание. Вот дорога, займемся этим. А, вот, вот это уже. Я думаю, все, засчитают нам победу. Вот здесь пещера, в которую мы, типа, должны пройти после этого, видите? Проход такой секретный. Ну, здесь мы чуть не добили. Но все задания выполнены. Как основные, так и дополнительные. Постой, вождь. Это та самая девушка-чародейка, про которую мне говорил Задира. Похоже, она тоже идет к оракулу. Осторожней, юный вождь. Эта пещера... Великолепное место для засады. Не волнуйся, Керн. Я вырос среди людей и знаю все их уловки. Ничто не остановит меня на пути к оракулу. Сейчас следующая миссия будет это в пещере. Ну там не надо ничего строить, даются войска там. Ну такая интересная. Мне нравятся такие миссии. Типа как РПГ. Ну все, короче, значит, прошли мы этот уровень. Осталось два уровня в подземелье, потом мы найдем оракул, и после этого начнется этот Burning Legion, горящий легион, с неба будет падать эти огненные инферно и прочее, будет такая миссия за орков последняя, я помню. Довольно, ну такая, не особо сложная, если сделать вот эту комбо, как я всегда делаю, она легкая. Вот самая сложная компания это была за Альянс, потому что у них Нет, не за Альянс, за андедов, потому что у них лечения не было. Но когда появились эти змеи ледяные, то все легко стало. То же самое и с орком, когда у них появился Bloodlust плюс вот эта хилка, то без разницы, даже без Тауренов, без Вивернов, чисто с троллями и с грантами можно спокойно все проходить. Комбо хорошо работает. А вот за эльфов еще будет сложно, потому что у них нет комбо никаких крутых. Ну вообще у них нет комбо, ну реально. Потому что виверны воздух не атакуют. Соответственно, надо что-то делать против воздуха. Потому что там будут гаргульи. Соответственно, надо делать гипогрифов или лучниц. А лучницы против гуль умирают только так. То есть там вообще комбо такие не будут. Но кампания за эльфов самая короткая, там 7, всего 7 глав. Ну и самое последнее, это самое интересное, конечно, самый интересный уровень. Даже во Frozen Throne я не припомню, что был интереснее какой-то уровень. Там нету такого эпичного уровня, как вот здесь в Reign of Chaos, последний уровень за эльфов. Спасибо, что смотрели, ребята, подписывайтесь, мой канал растет вместе с вами, спасибо, я вижу, что вам нравится, появляются какие-то дополнительные лайки, потому что первое видео вообще мало собирали, потом больше, 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 ну мне в общем приятно. Короче, если вам нравится, ставьте лайк обязательно. Это просто мне интересно. На самом деле лайки ни на что не влияют. Они просто показывают, насколько людей как бы реально понравилось. Ну, как бы мне приятно. Вот и все. Стимул для меня делать больше видео. Ну и подписывайтесь, конечно. Ну, я думаю, кто смотрит меня, это в основном подписчики. Так, случайно, если ты видео нашел, я думаю, это редко, чтобы так было. Ну все, значит, удачного дня, играйте в хорошие игры, еще поиграю в World of Warcraft, GTA, возможно, первая, вторая, потом третья, четвертая.
всю серию буду проходить. Ну, не знаю, как получится. Конечно, там очень долго, это просто часами надо играть. Плюс я не знаю, как на Windows 8 будет GTA идти, старый, третий GTA там и прочее. Надо смотреть. Буду тестировать. Главное, чтобы видео записывалось. Вот с Warcraft 3 много проблем. Часто видео просто прерывается и приходится заново проходить. Но сейчас я научился немного, пофиксил это, но все равно очень много времени уходит. Вот, например, одну кампанию Undead пройти, это чисто вот целый день сидишь, там 8 часов играешь. Ну, 6-7 часов. Иногда 8, если видео там не записалось. Играешь вот так вот просто. Ну, каждый уровень по полчаса проходится, и по 40 минут, по часу были там. Короче, вот так вот очень много времени уходит на это. World of Warcraft я хочу просто поиграть, я давно не играл, по-моему, 3 года. Я только вот как панды вышли, я поиграл, понял, что неинтересно, и забил на это все дело. А сейчас Warlord эти вышли. Вроде как много чего интересного. Да, она казуальная, я уже посмотрел, но мне приятно. То есть у меня компьютер нормальный, и даже лучше, чем тогда был. И, соответственно, я могу максимальной графики играть, и я играю в 2K разрешение, то есть от 2560 на 1440. Соответственно, вам будет приятнее смотреть все игры. Даже сейчас в Warcraft я играю в этом разрешении, и у вас должно быть на экранах более сочная картинка. Я пытаюсь не сжимать видео и на YouTube заливать в реальном качестве. Это YouTube только если сжимает, а я нет, я стараюсь не сжимать. Ну все, ребята, увидимся, короче, спасибо, что смотрите. Пока, с вами был Эндермаль.